Краснодарском крае таких монументов вместе с захоронениями бойцов больше 2000. Все это не просто каменные изваяния и забытые могилы, а память о мужестве и героизме советских солдат, напомнил губернатор. Перед 9 мая нужно обязательно проверить состояние всех мемориальных памятников, обелисков и мест захоронений солдат Великой Отечественной войны. Обновить их, привести в порядок. Это тоже место публичное, общественное. Естественно, памятники Великой Отечественной – это все святые для нас вещи. И если они будут у нас обшарпаны, если они не будут у нас в порядке, то грош цена нам, живущим здесь сегодня. Поэтому можно много рассуждать о патриотизме, можно говорить о том, насколько мы понимаем это, осознаем, но при этом ничего не делая, конечно, грош цена. Очень надеюсь, что все 100% памятники, все захоронения у нас будут предметом гордости. Кроме этого, глава региона рекомендовал руководителям городов и районов еще раз пересмотреть свои планы мероприятий на День Победы, так как многие из них будто копируют друг друга с советских времен, заметил Александр Ткачев. Особенно в части молодежных программ, и если понадобится, сценарий придется переписывать, учитывая мнение молодых людей.